Всем привет! Встать рано утром, когда на улице еще темно, та еще миссия для тех, кому нужно вовремя успеть на работу или учебу. Интересно, есть ли у солдинцев секреты, как справиться с этой задачей? Я только спросите, подскажите, как проснуться рано утром, когда на улице еще совсем темно? По привычке. По привычке, по будильнику встать. Да. А проснуться как? Проснуться, кофе выпить вкусный с молочком, позавтракать и бежать на работу. Я думаю, что когда биоритмы настроены уже на ранний подъем, то тогда все нормально. Не знаю, я в декрете сейчас нахожусь, так что это не могу вам ответить на этот вопрос. У вас все время будет? Да. Независимо, утро, ночь? Да. Сочувствую. Такого секрета. Будильник. Ну, это понятно, будильник заставляет встать, а проснуться? Кофе. Надо просто собаку завести, и придется в любом случае вставать. Зарядку сделать. Мы делаем с Ларисой зарядку. Надо себя заставить. Если надо, значит надо. А душ, прогулки, кофе не помогут, да? Нет, надо себя сначала заставить все-таки проснуться, открыть глазки. Уложиться вовремя. А потом... И соблюдать свой режим. Обязательно режим нужен.